Взорвавшийся 15 мая на проспекте Исаева террорист-смертник не только лишил жизни трех человек, но и подписал смертный приговор всем своим единомышленникам, продолжающим орудовать в республике. Это стало ясно после того, как президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в тот же день на пятничной молитве в центральной мечети Грозного во всеуслышание заявил, что отныне с ваххабитами будут бороться жестоко и до победного конца. Клянусь Аллахом, ваххабиты и те, от кого есть хоть малейший запах ваххабизма, будут уничтожаться. Клянусь Аллахом, если они не приведут своих детей домой, я не дам им жить на этой земле. Они должны либо привести домой своих детей-ублюдков, чтобы их посадили за решетку, либо убить их. Клянусь Аллахом, мы даже не будем их задерживать, а просто убивать на месте. После не позволим произнести даже их имен. Ну вот давайте посмотрим, что доказывает этот сюжет. Бессудные казни, если даже они совершаются по отношению к террористам, вообще это грубейшее нарушение норм российского законодательства и общепризнанных мировых, да, международных норм в области прав человека. А ничто не может быть оправданием бессудных казней. Человек, который подозревается в совершении преступления, должен быть вначале задержан, а дальше в ходе следствия должно быть расследовано обстоятельства совершения тех или иных деяний. Дальше суд, в суде должна быть доказана его вина, и уже наказание определяет только суд. Что в данном сюжете, о чем говорит Рамзан Кадыров? По сути дела, он призывает к бессудным казням. Ну вот что такое? Ваххабитов и тех, от кого есть хоть малейший запах ваххабизма, будут уничтожаться. Вот, понимаете, речь идет, значит, не только о людях, совершивших какие-то деяния. Вообще это надо трактовать как и репрессии по отношению к людям, исповедующим определенное направление в исламе. И что такое? Даже малейший запах ваххабизма. Это значит, есть только подозрение. То есть людей на основе подозрения будут уничтожать. Дальше речь идет об ответственности родственников. По сути дела, родственникам предлагается либо привести своих детей из гор лесов, либо, значит, самих их убить. Мало того, что президент позволяет себе непозволительно оскорбительные выражения в своих выступлениях. А по поводу отречься от своих детей, да, в мечети, прокомментировать? Это другое, это следующее. Значит, далее, вот в следующем сюжете, начальник ОВД, ссылаясь опять на указания президента Чеченской Республики, требует вот от этих же родственников идти в мечети и отречься от своих детей, если они если эти родственники не приведут их, не смогут привести, тогда надо идти в мечети и публично отречься. Понимаете, ну с какой стати вообще делали это начальника милиции, требовать от родственников идти в мечети и публично что-то совершать в мечетях? Это вообще грубейшее нарушение закона, и это совершается со ссылками на указания президента Чеченской Республики. А в данном случае президент Чеченской Республики прямо говорит, и ведь он говорит следующее: мы даже не будем их задерживать, а просто убивать на месте. Ну вот что это такое? Все выступление президента Чеченской Республики пронизано абсолютно нигилистическим отношением к нормам российского законодательства. И вот это и для нас на нашем вот процессе гражданском по иску Рамзана Кадырова очень важное доказательство. Да, мы видим, что он не только руководит органами внутренних дел и гражданской администрацией, но каким образом руководит? Он им дает заведомо
указания, которые заведомо противоречат нормам российского законодательства, а они исполняют это. Они дальше берут под козырек, и его указания противозаконные исполняют. Вот это для нас важное доказательство на процессе.